Русское географическое общество представляет. Холодное и могучее. Оно омывает берега России и Японии. От Тихого океана его отделяет остров Хоккайдо, Курилы и полуостров Камчатка. Оно раньше так и называлось – Камчатским. А потом было переименовано по названию одной из рек, впадающих в него. Это море еще и невероятно богато – нефтью, рыбой и морепродуктами. В 1639 году первым из европейцев это морское сокровище отыскал простой русский казак. Как его звали и что это за море? –